худо, то они келеты в грязной рвани, озлобленные взгляды, одичалый вид. Что ждет их в будущем? Что с ними станет? Сегодня беспризорник, завтра враг труда, бандит. На бойне мировой отцы их погибали в царских родах. Их матерей терзали интервенты голодом, блокадой. Младенчество на лица их морщинами легла забота. По городам они скитались злым, голодным, волчьим стадом. Что их спасет? Благотворительность, правоучение, им и нам смешно все это. Мы знаем больше, человека создает среда. Путевку в жизнь им даст Республика Советов, познавшая могущество свободного всеобщего труда. Гигантов металлургии мы строим под таежному безлюдью. Мы судьбам человечества нашли рычаг живой. Мы беспризорников научим в новый мир пробиться грудью. Мы переплавим их в рабочих стройки мировой. Пожалуйста, право бывает. Вот это.
Ага. Парень, что надо. Отца прирос. Приходи скорее, мать. Яблочко Коста. Почем яблочко? Дорого. Ну вот, еще. Ну ладно, давай, давай. Ну, бери, бери. А тебе чего? Почем яблочко? Держи его. Пусти. Ой, как.
мы мертвых не возим. Ушла Колька, мать. Ушла Колька, мать. Слышишь? Thank you.
ведь на койках спать удобнее. Чем занимаешься? Я гулящая. Дайте анкету. Девочки все. Давай, ребят. Родители есть? Родители есть? Что ты молчишь? Чего же ты хочешь? Марафет, водки и девочек. Ничего, сказал. Здравствуйте.
Меня пропал Николай Ребров. Нет ли его у вас, товарищ? Списка? Нет. Нет? Посмотрите в камерах. Пойдемте со мной, товарищ. Мент идет. Качан стиры дать. Сейчас принесу. Надо нахуй. Тимок 130 принял и боится играть. Боится играть. Товарищи, считаете ли вы? Внимание, товарищ.
Считаете ли вы, что таких трудных ребят необходимо изолировать? Я категорически возражаю. Я думаю, что если мы... А я предлагаю и настаиваю таких ребят, как Мустафа Керт, направлять в исправдома. За решетку, тюрьму – это не выход. Что же вы предлагаете? Товарищи, надо подумать, что делать вот с такими ребят, которые черти сколько лет болтались на улице, бегут из всех детских домов. За решетку. Надо найти другой выход. Да, надо подумать. А по-моему, и думать нечего. Товарищ Лен! Другая марш! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Ты что, понарел, что ли? Пустой комнатой здоровается. Эх ты, тютя! Зачем вызвали? На осмотр, что ли? Ребята, смотри. Кто это? Товарищ милиционер, можете идти. Ты что? Доктор! Ребят, доктор, раздевайся. Ну вот, раздевайся. Аны, снимать! Ты же доктор! Ну, ребята, одевайтесь. Ну одевайся, одевайся веселее, одевайся веселее. Вот, теперь одевайся. Давай сюда, одевайся, давай сюда, давай сюда. Одевайся, ко мне, ко мне. Давай, давай, давай. Нет, давай веселее. Ну, веселее, 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 одевайся. Садись. То одевается, то раздевается. Садись. Вот что, ребята, сидите вы здесь, воздух портите. Детдом идти не хотите? Нет. Нет? Правильно, правильно. Парни, вы что надо? Чего вам в детдоме делать? А, здесь сидеть тоже, буза. Ой, буза. Ребята, а на свободе сейчас? Ой, хорошо. А, вот что, дело у меня к вам, секретное. В бывшем монастыре в одном устраиваю я фабрику коммуны. Поедем со мной, кто хочет. Добровольно. Вместе работать будем. По столярному, слесарному, сапожному, механическому делу, какому хотите. И управлять коммуной сами будете. Ну, на полном доверии. И на свободе будете. Ну, ну кто хочет, высказывай. Дай своей коммуны, такой шорт и матери, да? Винтовка ставишь? Я подождем-то. Чем коммуны? А вы что? Палач, включи. За решеткой сидеть будем. Винтовка ставишь, да? Дай своей коммуны. Иди к чертовой мать!
Мозгуйте. Ваше дело. Уйти всегда успеете. Коммуну. Говорил. Доктор. Химера, это не прощай. Выходи. Здравствуйте, товарищ Сергей. Здорово. Вот пропуск. Хорошо. Ну, ребятки, пошли. Пошли. Ну, что же вы, ребят? Ну? А фанбой где? Конвоя не будет. Вы добровольно.
ловкость рук и никакого мошенства. Вот здорово так. Молодец. Молодец, Мустафа. Ну, Мустафа, чтобы это было последний раз. Это вам государство долг дает. Отработаете, отдадите. Товарищи, телеграмма из коммуны от Сергеева. Ребята, сейчас вырежу заготовку для ботинок. Вот так. Вот заготовка. Ну, кто вырежет? Ну? Да! Попробуй, посмотрим. Ну, Мустафа, Фер, не подкачай. Привычки прежние отцов, отцов, работа, эй, работа, крепко, цвета на порте, навеки сон, навек забудем, водой и тепло. Вот эта ловка и белый шок на топка, ловка, лови, не подкачай, ловка, умей и сторонку. Тебе заслуг переключай. Привычки прежние на слов, на слов. Кому на цель, на
вот ответа, судьба на Божий заведе ком, навечно будем покойни темно. Вот это лодка, тебя подготовка, лодка, пари подкачай, лодка, умение сороку, тебе на кухне ключай. Кипит на вода горячо, горячо, и там на льдарды, и пять на пушку, скользит туманом, гудит плечо, и бой катушки летят в кружку. Вот это лодка, и белый подготовка, лодка, и не подкачай, лодка, убей и сторонку, тебе на кухне переключай. Пришел, конечно, чаковать, и по карманам ушам не шарить. Бери на волос, учи давать, пойди на физик, зажги детарить. Вот это лодка и белый подготовка, лодка, поди не подкачай, лодка, попала перетопка, тебя на круг переключай. Крепишки прежние морков, на бок, кому на цель, работа средства, судьба на Божьим колесом, навечно будем морской единство. Вот это лодка и белый подготовка, лодка, вали и подкачай, лодка, умей и сноровку, тебе на круг переключай. Вот это лодка и белый подготовка, лодка, вали и подкачай, лодка, умей и сноровку, тебе на круг переключай. Ножки стерли. Ну. Ага. Ножи, вилки и ложки кто-то спер. Если не найдутся, вычтем из вашего жалования. Ложечку. Горячо. Подумаешь, какие твои нашли.
Чтобы кули на ножке были! Покрывать не будем! Все, снова идем! Откуда говорят? Но, подходите к столу. Иди, арестовать его надо. Товарищ начальник, мною задержан вот этот гражданин за избиение беспризорного. Ваши документы. Документов у меня с собой, кажется, нет. Вот только книжечка. Друг, сукин ты сын. Thank you.
если вашего чистенького бить головой о мостовую, расстреливать, убивать. Хотим ехать в коммуну. Хотим сами шить сапоги. Давай отсюда! Чего собрали? Отойди! Чего надо? Да что ты? Катись! Добро! Катись, катись! Хотят ехать в коммуну. Хотят сами шить сапоги. Понял? А гольцы, сукины дети. Молодцы, ребята. Напугались мента. Испугались, целым отделением приперли. Боевые ребята. Ай да молодцы. Это Колька привел нас. Привел сюда ехать в коммуну. Прошла зима. Крепла и раздевалась коммуна. Мастерские выполняли большой и срочный заказ. Шила, резец и пила. Заново рождали людей. Казалось, что труп окончательно победил. Но...
Товарищ Сергеев, мы без работы сидеть не можем. Ребята бузят. Николай Иванович, решай, что делать. Хорошо, ребята, поеду в Москву, буду говорить. Нет. Что же делать? Ребят. Думаешь, какая шпингалетина нашла? Сами пришли в коммуну, сапогищи. Эх вы, гады!
что же вы, ребятки? Да, славно время провели, а я вам подарочек привез. Железную дорогу от коммуны до станции. И сами, ребята, будем ее обслуживать. Поняли? Поняли! Поехали! Поехали! Мустафа будет машинистом! Машинистом! А Колька кондуктором. Кондуктором. А я стрелочником. А кто не хочет работать, кто хочет бузить, пусть уходит. Ну, ребята, чтобы это в последний раз. Ребята, качай Николая Ивановича! Что? Качай Сергея! Yeah.
Николай Иванович, не будут больше стоять станки. Алла Валюки, моя путавая, эх, долго ли буду тебя я носить? А судьба ли ты моя роковая? Эх, долго ли я жил? Глядевал я на свете родился, для чего родила меня мать. Эх, и тюремную жизнь Мустафа ушел. Только свист ушел. Эх, нелюбимая, забор запалится, щи горячится, за кипяточком слезы капают. Эх, ручеечек, бор запалится, да будет париться, не понравится. Горячая, за кипяточком слезы капают, да ручеечек. Thank you.
15 дней за пьянку и неявку на работу. Пьяные морды! Где нализались? Почему-то поцелую сады на вот тебя люблю, а други все научные. Юбку новую порвали и разбили правый глаз. Не ругай меня, мамаша, это было первый раз. Ах, ты почему-то поскакал, одного тебя люблю. Ёлки-палки, лес густой, ходит папа холостой. Когда папа женится, куда же мама денется? А ты почему-то даёшь Гаврилу! Томка, Гаврилу! Томка, даёшь Гаврилу! Нас на сети два громилы, оп, перебери бумбия, один я, другой Гаврила. Гаврила! Гаврила, правильно. Оп, перебери бумбия, друг на друга, да мы похожи, оп, перебери бумбия. Как две тупли? Это похоже. Правильно, правильно. Да, мы гуляли, мы по розе, ох, гитары я с помой. Ну, правильно. Так, квартиру затащили. Все, что было? Утащили? Правильно. Тут задекала нас не только, ох, перебери бомбия. Гришка в дереве, я в окошке, ох, перебери бомбия. Да мы по улице бежали, ох, перебери бомбия. Только пятки сверкали, ох, перебери бомбия. Мустафа! Колька! Гости пришли, берите, встречайте гостей. Ай, да не, ну и бизоны. Деловые пришли. Помка, чё? Юрка! Давай, проходи, проходи! Садись! За кустом что надо! Давай уживаться! Уснемся, болтым! Вместе, Гополе! Опрокинем стаканчик! Раздавим бутылочку, раздавим! Юрка простая, выпивай! Стоит чернила, в чернили два пера. Прощай, папа, прощай, мам, я поеду на Кавказ. Пляши, Мустафа. Козя, парень. Слабо сплясать. Мустафа, слабо. Ай да, Мустафа. Ай да, для фарту. Да ешь, пляши. Давай, играй. Ну почему они за такого залучили, да, давай тебя люблю. Ну давай вот. Хвалите! Ухка! Ждите моего знака. Ну давай, давай, давай. Приготовиться. Давай. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Лёва, чебушка.
Вяжи тянут четы, ходи, гады, легаши. Готовые черти! Славно время провели. Славно время провели, Игорь! Амба! Буду первым машинистом на первом паровозе. А я кондуктором.
Портил. Как живете? Ну и здоров стал, не узнаешь. Здорово, товарищ Гузин. Здорово, ребята. А вот наш того, кому он приведет. Мустафа должен из коммуны приехать. Чего ты задержался? Маленько обождем. Хорошо. Николай Иванович! Николай Иванович! Ha 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 ha!
окружающее население готовилось к встрече первого паровоза. Thank you.
Как же? Мустафа, а хотел быть машинистом. Комиссии в лучшему другу детей.